Привет, можно мне... Привет, Кэти! О, привет. Ну, как там все прошло? Плохо? Ужасно. Они испугались. Они, кажется, меня даже не узнали. Плевать. Вряд ли я их когда-то еще увижу. Эй, не будь так уверена. Вы же лучшие друзья. А вдруг они привыкнут? Божечки. Ага. Если так подумать, зря я, наверное, поздоровалась с ними после того, как они заметили пропажу моего тела. Слушай, если тебе полегчает, то когда меня впервые укусили, я случайно съела одного друга. Чего? Я не специально. Я хотела есть и не сдержалась. Почему ты так спокойно говоришь об этом? Да просто 50 лет уже прошло. А, да, тоже вампир. Я тоже свыкнусь с этим через полвека. Не знаю, Кат. У всех по-своему. И что теперь? Голодная? Эй, сходим на карнавал? Нам без очереди. К черту, идем. Да, вперед! О, знаешь, что сделай? Вынь свой глаз и типа засунь его в рот, чтобы напугать всех до чертиков. Ну, или можем просто стоять. Здесь так сработало. Ой, да брось, не будь занудой.